О последних событиях в столичном регионе глазами журналистов телеканала 360 градусов Подмосковья в студии Марина Лаптева. Здравствуйте! Итак, в Московской области состоялся первый форум некоммерческих организаций. Они осуществляют свои проекты в сфере соцобслуживания, здравоохранения и образования. Время пришло, желающих помогать достаточно. Осталось определить порядок функционирования таких организаций, чтобы исключить случаи мошенничества. Жанна Пшенко о доброте, не требующей ничего взамен. Давай, беги! Каникросс, бег с собакой. Для здоровых детей развлечения. Для аутиста Юры Пинкова победа над собой. Тандем четырех лап и двух ног помог ему избавиться от инвалидной коляски. Неутомимые врачи мчатся вперед и подтягивают за собой новых пациентов. Канистерапией занимаются в клубе «Шалопаи Севера». Это некоммерческая организация, безвозмездно помогает детям-инвалидам. По сути, уже выполняя функции и Минздрава, и соцзащиты. Мы пока первые сумасшедшие, которые на базе «Шалопаев Севера». Мы сейчас зарегистрировали Минюст и Московскую областную спортивно-экологическую федерацию СДАВУ спорта для того, чтобы теснее соединить особых деток и здоровых спортсменов. Ну и, собственно говоря, работаем. Реальная помощь реальным людям, в ней остро нуждающимся, то, чем занимаются в регионе некоммерческие организации социальной направленности. Это работа, в которой интересы активистов и государства полностью совпадают. В кулуарах форума НКО говорят общественники. В форуме участвуют более 1000 человек. Активисты, занятые решением проблем в сфере здравоохранения, образования, создания безбарьерной среды. Все они здесь, чтобы сделать работу органов власти быстрее и эффективнее. Стратегически важным взаимодействие с активистами назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в подобном формате с общественными организациями встречается впервые. Но работа с ними ведется давно. Власти Подмосковья даже передали НКО ряд своих функций. Мы считаем такую практику очень важной и видим, что сегодня все больше некоммерческих организаций находят и реализуют свою миссию на территории Подмосковья. Вот только за последний год мы познакомились, взаимодействуем, по сути, делегировали общественным организациям ряд важных функций. Например, благотворительный фонд «Вера». Благодаря их позиции мы сегодня занимаемся и решением вопроса с паллиативной помощью. О необходимости такого партнерства с некоммерческими организациями, а именно о возможности передать им часть работы в социальной сфере, заявил президент на январском форуме «Государство и гражданское общество». Владимир Путин тогда поручил сделать более эффективную систему грантовой поддержки. Для того, чтобы понять, на кого могут рассчитывать, в Подмосковье начали формировать единый реестр социально ориентированных НКО. В следующем году планируется создать отдельную программу по поддержке таких организаций. Нам нужно сейчас совместно с Минюстом, с нашими министерствами именно вычленить те организации, которые являются социально ориентированными, которые могут выполнять работу такую сложную, как постоянное взаимодействие с людьми, у которых много разных сложностей в жизни. Я вообще считаю, что это просто революция в Московской области. Руководитель благотворительного фонда «Лизонька» Светлана Исаева к новой инициативе относится положительно. Считает, что принять на себя дополнительные обязательства НКО готовы, но нужна эффективная система контроля за расходованием средств, чтобы помощь оказывали действительно достойные организации. Нужен жесткий регламент того, кто это может получать. То есть, если это субсидии, то субсидии должны быть обязательны кого, которые работают более 3 лет, которые способны поднять вот эту всю историю. Четко надо и жестко отсматривать этот вопрос. Пока многие НКО не готовы исполнять новые полномочия из-за отсутствия специальных знаний. Для восполнения пробелов власти региона планируют провести специальное обучение по организационным вопросам. С желанием помогать у гражданских активистов проблем нет. Жанна Пшенко, Геннадий Балакирев, Анатолий Лизунов, Константин Саушкин. Новости 360. ЦБ на этой неделе лишил лицензии 4 банка. В список попал и Богородский муниципальный банк с главным офисом в Ногинске. Пострадавших тысячи. Пенсионеры не могут снять пособия, вкладчики вернуть накопления, а предприниматели вовремя заплатить по счетам. Елена Ширяева о том, как отразится закрытие банка на финансовом секторе. О том, что у Богородского муниципального банка проблемы, жители Ногинска предупреждали. Но утренняя очередь и недоумение в глазах говорят об обратном. Кончился срок моего вклада. И вот с 26-го хожу. Обанкротили нас, я говорю, не можем получить пенсионные. Что же делать-то? Вот месяц хожу, я говорю, я же на пенсии тоже не работаю, денег нету.
Эти вопросы Ногинский банк оставил без ответа. Все возмущения пришлось выслушать сотрудникам Центробанка, которые работают в том же здании. Исходя из записки на двери, ситуация прояснится ближе к 9 ноября. Среди возмущенных клиентов и Елена Щеглова. Теперь женщине придется на неделю задерживать зарплату работникам своего ТСЖ. Теперь сейчас у меня получается задолженность по зарплате. Я не могу людям зарплату выплатить. Жители не могут коммунальные платежи по квитанциям оплатить и не могу заплатить ресурсоснабжающим организациям за холодную, за горячую воду. У Богородского муниципального банка лицензию отозвали из-за нарушения федерального закона и несоблюдения нормативных актов. Организация проводила рискованную кредитную политику, не удовлетворяла требования кредиторов по денежным обязательствам и не предоставляла достоверную информацию надзорным органам о своем финансовом положении. Закрыли не только главный офис в Ногинске, но и 3 филиала в Москве. С самого утра банк не работает. У входа повесили табличку, что он закрыт в связи с лишением лицензии. Хотя в течение дня в здании явно находились сотрудники, потому что в окнах весь день горел свет. Но кто бы ни подходил к центральной двери банка, никого вовнутрь не пускали. Вы только что узнали? Вот только что зашли, просто мы тут хотели пополнить вклад, но теперь не будем пополнять, значит. У вас какие-то деньги, кредит или что? Вклад тут. Большие деньги? Да нет, 100 тысяч. В СМИ появилась информация, что эта ситуация может повлиять на другие банки, которые остались на финансовом рынке. Они могут повысить процентные ставки, произойдет удорожание кредитов. Но эксперты уверены, этот прогноз не сбудется. Зачем банкам повышать процентные ставки? Они и так достаточно высоки. Вот банки же в чем заинтересованы? Чтобы у них клиентов было побольше, да? Если они сейчас повысят ставки, они этих клиентов разорят. В тот же день лицензии лишили банки «Джаст» и «Бенефит Банк» в Москве и «Агроинком Банк» в Астрахани. Для всех клиентов учреждения открыли горячую линию. Елена Ширяева, Татьяна Пчелина, Валентин Семыкин, Сергей Росейкин. Новости 360. С Нового года получить права станет сложнее. В силу вступают новые правила сдачи экзаменов ГИБДД. Теперь за неправильный ответ в теоретической части придется ответить на 5 дополнительных вопросов. В практической части экзамен также стал сложнее. Наш корреспондент Александр Остроумов узнал, через что предстоит пройти будущим автомобилистам. Автоинструкторы готовятся к переменам. С 1 января экзамен для получения прав претерпит изменения, которые могут стать серьезным препятствием на пути к заветному удостоверению. Существующие требования, вы знаете, 20 минут, 20 вопросов и допускается 2 ошибки. На 2 ошибки будет высвечиваться уже теперь 5 дополнительных вопросов с данного блока. Вот их необходимо всех решить. Только положительно. Таким образом, вместо 20 вопросов будущий водитель может получить целых 30. И на этом нововведения не заканчиваются. Новые правила сдачи экзаменов на права коснутся не только теоретической части. В практической появятся 3 новых упражнения. Среди них – безопасная посадка и высадка пассажиров. Что это и каким образом нужно будет выполнить, пока что остается загадкой даже для опытных автоинструкторов. Знаю, что про остановку для посадки и высадки, честно говоря, не знаю, что это такое и как. Но, с другой стороны, если считает наша власть, что это необходимо, значит, мы, естественно, это изучим и все это будем выполнять. Езда в реальных городских условиях тоже претерпит изменения. Никаких новых упражнений не добавится, но за ошибки теперь наказывать будут строже. За непристегнутый ремень теперь дадут 3 балла вместо 1. Среди мелких ошибок появились те, которые не относятся к нарушениям ПДД. Неправильная оценка дорожной обстановки или заглохший в начале движения двигатель. Кстати, желающие сесть за руль мотоцикла тоже вкусят плодов новаторства. Предложено новое упражнение «Скоростное маневрирование». Заложили в размеры 90 метров. Кто-то сейчас вел разговор, что сделали на 80. И 80, и 60 метров не смогут автошколы подготовить по этому данному упражнению водителей мотоциклов. Учебные площадки просто не соответствуют размерам. И если такие нововведения все-таки вступят в силу, большая часть мотошкол может просто закрыться. В любом случае, сдать на права после Нового года станет существенно труднее. А чем обернутся эти нововведения? Повальными пересдачами или новым, более высоким уровнем начинающих автомобилистов станет ясно уже через несколько месяцев, когда первые прошедшие суровые испытания получат заветные права и выйдут на городские дороги. Александр Остроумов, Максим Гравчиков, Евгений Борзых, Олег Городничий. Новости 360.
Российские музеи могут остаться без охраны. С 1 ноября полиция в 13 раз сократила количество постов в госучреждениях, в том числе и в музеях. Охранять культурные ценности предложили частникам. Музейщики утверждают, они не смогут обеспечить безопасность экспонатов и посетителей. Так ли это? Разбиралась Ирина Люлина. Они пришли в музей не ради науки или искусства. На этих кадрах любительской съемки православные активисты забрасывают листовками посетителей Дарвиновского музея. Затем они пойдут в манеж и разгромят там выставку скульптуры. Якобы и она, и экспозиция многообразия видов оскорбляют чувства верующих. А это сотрудники ЧОП, которые должны следить за порядком в музее. Пока экспонаты портили, осмотрителей оскорбляли со своего стула на посту охраны. Они даже не поднялись. Выбор ЧОПов идет согласно 44-му федеральному закону на основе аукционов. В аукционы играют все, кому не лень. Далее выигрывает тот, кто поставил меньшую сумму. И дальше вы можете увидеть, кто у нас стоит на охране. То есть стоят какие-то непонятные старички, дядечки, которые даже говорить не умеют нормально. И, в принципе, я все время чувствую, что наш музей не защищен. Дарвиновский музей, естественно, научный. До сих пор это и спасало от ограблений, рассказывает директор Анна Клюкина. Здесь, чтобы понять, ценен ли экспонат, нужно быть биологом. А вот художественным музеям сложнее. Картины популярных авторов злоумышленникам известны хорошо. Раньше государственные музеи охраняли сотрудники полиции. Но из-за сокращения личного состава МВД снимает охрану с 3000 объектов, среди которых библиотеки, музеи и архивы. Теперь они окажутся в таком же положении, как и музей Дарвина. А он вынужден пользоваться услугами ЧОП последние 20 лет. Можно, например, купить дешевый замок на двери, сэкономить, но его откроют ногтем. И потеряешь все вещи. Вот примерно такая ситуация может случиться в музеях. В Эрмитаже, например, подсчитали. На охрану тратят 23 миллиона в год. Уйдет полиция, оплатить придется 100 миллионов. Ведь обращаться к кому попало музей такого ранга не может. В то же время услуги государственного охранного предприятия до сих пор могли себе позволить только 33 музея. Возможно, в какой-то степени у нас эти услуги подороже. Да, это правда, но мы государственное учреждение, мы более 40% платим налогов, которые идут в доход государства. У нас полное соблюдение трудового кодекса, всех элементов законодательства в этой сфере. Небольшим и небогатым музеям остается надеяться только на бдительность смотрителей и полицейских. В МВД обещают приблизить маршруты уличных патрулей к музеям, чтобы при срабатывании тревожной кнопки наряд полиции оказался на месте в течение 3-5 минут. Вот только грабителям, как правило, этого времени вполне достаточно. Ирина Люлина, Андрей Иванов. Новости 360. Наш выпуск завершен. В студии была Марина Лаптева. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости 360 и будьте в курсе событий. Я желаю вам хороших выходных и отличного настроения.